Бытовые? Да. Ну что, бытовые, очень хорошие бытовые условия. Бани были готовы, я не испытывал, бани были и подстригали, и все. Угу. И сами себя ухаживали. Угу. Бытовые условия были очень хорошие. Угу. Скажите, пожалуйста, в какое время года было вам труднее воевать? Ну, мне в 45-м году, в конце войны, угу. В конце войны, в 45-м году. Угу. Виктор Степанович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете нашу боевую технику во время войны? Техника очень сильная была техника. И ее, конечно, оцениваю отлично, и это очень большая, ну, техника победила наша немецкую и японскую. Пошел. Ну,